общем, устал я лазить по лесам немножечко, решил выйти в поле. И первая моя сегодня находка, скорее всего, либо, ну, наверное, это все-таки, либо вообще затрудняюсь, что это сказать, либо копейка, либо пол копейки, может, 2 копейки, но уже с гербом РСФСР. Ну и, естественно, как водится в полях, лысая. Вот так вот. Ладно. Надеюсь, сегодня на серебро. Через пару часов будет дождь. Такое редко бывает, но бывает. Вот такой вот крестик просто лежит на поверхности, и все. Но опять обломанный. Выгнал меня дождик с поля, потому что надо вовремя сматываться с поля. Я даже переоделся, остановился в ближайшей деревне, и вот первая находочка. Вот такой кусочек монетки, пока что мне неизвестный. Надпись МД вижу. И, в общем-то, пока что все. Рядышком с обрубком нашел еще половиночку монетки. Но здесь вообще не разобрать, кто это. И вот, наконец-то, целая монета. Пятачок 1930 года. Как новенький. Просто потрясающе. Ну что, первая интересная на сегодня находка. И это деньга 1750 года. Вот такая вот интересная, довольно-таки в хорошем состоянии монетка. Вот так вот. Я уже сегодня 3-й раз переодеваюсь. Вот опять переоделся. И у меня очередная деньга, но только 1735 года. Вот такая вот деньжище. 1735. Ничего так. Но предыдущая была в лучшем состоянии. Опять погода резко меняется. Ах ты, что ж, за деньки-то такие интересные. И у меня вот такой вот, похоже, женский перстенечек. С рисунком. Крест. Вот так вот. Любителям земляных отпечатков посвящается. Сейчас отмою. Вот она. 3 копейки, 24-й год. В идеальнейшем состоянии. И тут же после помывки позеленело. Тяжеленькая. Красивый тройчок. Солнышко уже низковато, прохладно. И у меня очередная деньга. 1739 год. Вот такая вот. Довольно-таки в хорошем состоянии. Монетка. 1739 год. Ого-ого. Давай-давай, каркай. Прохожу второй раз это же место. И вот попался перстенек
наверное, женский, но смятый весь в хлам. Тонюсенький-тонюсенький, как ниточка. Находочка. 2 копейки, 62-й год. В очень хорошем состоянии. Вот это двушечка. Красивая. Ага. И у меня снова деньга. 1739 год. В общем-то, в дорожном грунте лежало. Состояние, конечно, не очень, но все равно все просматривается. Прям деревня одной деньги.